Друзья, привет! Ого! Привет! Вы на канале Просто Хобби. Сегодня мы на рыбалке. Река Луга. Опа! Просидели всю ночь и взяли 3 штук три леща. Пока 3 леща. Вот раз не живет. Утро красивое, птички поют. Александра сегодня день рождения. Не, было вчера, кстати. Было вчера, но мы до сегодня продолжаем, празднуем. Саня весь в рыбалке. Саня сегодня рекордсмен, вытащил леща конкретного, хорошего. Потом попозже покажем или сейчас покажем, не, наверное, попозже. А ну-ка, 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 так, 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 так. О, нифига себе, хороший. Слушай, а ночью он казался маленький. Да ладно, 300 кило. Нормуль. Улыбочка, Александр, вообще трофей. Отлично, отлично, покажи его получше, глянь, нифига себе. Подожди, подожди, получше, получше, покажи, зрителям, наверное, интересно будет. Короче, ночью взяли, ночью взяли. О, огонь. Лещ. Сейчас выпускать будем. Ребята, через 10 минут выпускаем. Вот. Отлично, нифига себе, ребята, мужики. Вот, вот что значит рыбаки. Сейчас, короче, через 20 минут выпускать будем. Ловим ради удовольствия, так что пусть рыбка не рестится, отдыхает. Мы так ловим, отпускаем. Да. Ладно, ребята, давайте будем продолжать. Такая природа. Давай, Колян, тише, тише, аккуратно. Аккуратно. Аккуратненько. Давай, 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 давай. Ах, красавчик. Такой же, наверное, как у тебя. Ну поднимай. Да, хорошенький. Поднимай. Сейчас, тише, 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 тише. Не спеши. Коль, не спеши. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Тише, тише, тише. О. Красавчик. Ну-ка. Красава. Сейчас взвесим. Ну, 100 кило, 200 кило. Ну давай. Кажется, обнулил, покажи. Сейчас, 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 подожди. Сейчас, сейчас. Сейчас. Вот так. Нет. Вот, обнулил. Так, нули, да? Нули. Да, нули, нули. Давай. Кило? 30. Кило 30. Килограмм. Килограммовик. Кило 30. Молодец, Коля, молодец. Так. Давай, Саня. Давай, 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 Саня. Давай. Красотулька. Не, больше. Ну, нормально, ну поверни боком. Все, молодец. Вот так мы ловим. Вот, Серега там отдыхает. Где-то там в палатке.
Вон его палатки. Ноги торчат. Во, сейчас взвесим. Идем сейчас весы. Давай. Давай взвешивать. Чуть подними. Сбрось, не-не-не. Градус вот так сейчас. Килограммы сейчас пойдут. А, вот. Кило 55. Килограммы, да? Килограммы. Нифига себе сегодня улов, ребята, короче, блесна. На фидер блесна. Вот так вот. На парыша, блядь, берет. На парыша, блядь, берет блесна. В следующий раз будем брать уже катер. Или лодку моторную. Ладно, ребята, ну, в общем, короче, улов сегодня хороший. Где он-то? Я его не вижу. А, уже убрали. Ну, ладно, сейчас сейчас покажу. Отпустили. А, выпустили. А, ну все правильно, да. Тогда уже, видишь, ничего не покажем. Так что, ребята, кто не успел, тот опоздал. Все, до следующего раза. Так, ну вот такая природка сегодня. Супер, супер, супер. Но рыба не очень клюет. Хотелось больше. Хотелось килограмм 25, 30. Получилось 10. Получилось всего лишь 15. Все, друзья, пока. Увидимся в следующий раз. Пока. Ребята, ну это просто шок. Это просто шок. Примерно тут видно было. Вообще, это просто шок. Ни хрена себе такие лещи, блядь. Кило 350. Красавцы просто, блядь. Кило 350, да? Да. Отлично, ни хрена себе. Вот это лапти, ребята. Вот это лапти. Вот где надо ловить. Бля, сорян, а я что-то сегодня продинамил, бля, извиняюсь, ну ладно. Это, короче, на мужиков, на двоих, получается. Я сегодня без лещей. Извиняюсь, что такое, блин. Какие красивая рыбка, блин, офигеть. Блин, да это вообще, у меня нет слов, короче, бля, одни эмоции. Ну что, выпускаем, да? Давайте, ребята, выпускаем по очереди. Ко мне в садок туда, в этот. Нормально, Саня, ну это, блин. Таких маленьких не было. Ничего не понимаю, почему я ничего не поймал? Так, я был один. Сколько подстриженных я забрал? Два подстриженных? Два только, да? Ну ладно, красиво я заберу еще одного. Который первый был, да, когда? Поровну был, да? Благодарю тебя. Молодцы, молодцы, ребята. Колян рыбнадзор, выпускай быстрее! Ёпты, вон они, бля, смотри, вот там летят, вон они. Выпускай. Ребята, вот такие вот помойки у нас, представляете, это вообще трэш, просто трэш. Все выкидывай сюда, ну это вообще, ну что, не забрать с собой, что ли, я не знаю, это вообще ужас. Блять, просто ужас. Ну, ребята, мы с собой хоть все берем, весь мусор, все дела.